Более 200 лет исполнилось Государственному университету морского и речного флота имени адмирала Макарова. Это ведущий, крупнейший в стране вуз, готовящий будущих моряков, флагман морского образования России, и расположен он именно в северной столице. Университет – мощный центр по подготовке кадров для обеспечения деятельности на реке и море. На протяжении 200 с лишним лет здесь ведут подготовку высококлассных специалистов для сферы водного транспорта, для работы как на море, так и на берегу. Придя в наш вуз, студенты и курсанты получают образование мирового уровня, а впоследствии высокооплачиваемую профессию, которая полна романтики морских путешествий и дает старт достойной карьере. Мы делаем из вчерашних школьников настоящих капитанов, уверенных и сильных, которые водят российские и иностранные суда. Дипломы университета признаны во всем мире и открывают перед молодыми моряками грандиозные возможности. В составе университета институты «Морская академия», «Водного транспорта», «Международного транспортного менеджмента», «Дополнительного профессионального образования». Ежегодной традицией является торжественное посвящение в курсанты университета. Это праздничная церемония с парадом первокурсников, клятвой курсантов, напутствиями гостей, запомнится макаровцам на всю жизнь. Уже во время обучения курсанты отправляются в морские путешествия на легендарном паруснике «Мир», который является одним из самых быстроходных парусников планеты. Парусник во время Олимпиады находился в Сочи. Члены экипажа работали в порту, на спортивных объектах, оказывали помощь гостям игр. От волонтеров Макаровки зависело движение транспорта, перевозящего зрителей и спортсменов. Организаторы Олимпиады дали высокую оценку отличной работе посланцев нашего университета. Факультет навигации и связи Института «Морская академия» – ведущий в университете. Он дает одну из лучших в мире специальную судоводительскую подготовку. На факультете ежегодно получают дипломы более 100 выпускников. Помимо судоводительской подготовки, курсанты получают базовое высшее образование, подготовку по радиосвязи и специальную подготовку по английскому языку, который является международным морским языком. Организация обучения на факультете включает как классические, так и современные методы с использованием новейшей тренажерной и вычислительной техники. Университет – первое и единственное высшее учебное заведение в стране по подготовке инженеров для отечественных судов с атомными энергетическими установками на Арктическом факультете и факультете судовой энергетики, а также единственный вуз, осуществляющий целевую подготовку специалистов для обслуживания Северного морского пути. К числу таких специалистов относятся не только командный состав атомных ледоколов, но и метеорологи, океанологи, гидрографы, радиоинженеры. Мы обучаем незаменимых специалистов на судне, моряков, на факультете судовой энергетики, которые работают с судовыми энергетическими установками, трудятся над тем, чтобы правильно работало судовое оборудование и средства автоматики. Готовим ведущих специалистов радиооборудования. Одно из самых интересных направлений в Макаровке – обучение выживанию на море. В специальном морском учебно-тренажерном центре будущие моряки учатся преодолевать страх и справляться с экстремальными ситуациями. Санкт-Петербург – это крупнейший город-порт, который принимает морские торговые суда и круизные лайнеры со всего мира. Они доставляют грузы, перевозят пассажиров. Университет также ведет подготовку специалистов для портовой индустрии, где работа важна и интересна. Россию омывают 13 морей, множество рек и озер протекают по ее территории. На этих артериях оживленное судоходное движение. Университет готовит специалистов для управления водным транспортом, гидрографического обеспечения судоходства, работы на судопропускных сооружениях.
Университет морского и речного флота имени адмирала Макарова является одним из крупнейших центров морской науки, где сосредоточен высокий научный потенциал. Гордостью вуза являются созданные в его стенах научные школы. Университет располагает развитой учебно-тренажерной базой. Практически все кафедры, проводящие лабораторные практикумы, имеют в своем составе учебные лаборатории. Наиболее крупные из них – морской учебно-тренажерный центр, гидротехническая лаборатория имени профессора Тимонова, лаборатория мореходных качеств судов, лаборатория электромеханических систем имени профессора Рейнгольда, целевая аудитория Росморпорта, политехническая лаборатория Института водного транспорта, лаборатория имени профессора Гришанина и другие. Специалисты информационных технологий Университета морского и речного флота – одни из сильнейших на северо-западе России. Наши студенты – победители престижных IT-олимпиад. Университет осуществляет подготовку и гуманитарных специалистов. Экономика, юриспруденция, туризм. Обучение по этим направлениям ведется высококлассным профессорско-преподавательским составом. На предприятии работает на сегодня больше 15 человек инженерно-технического персонала, которые в определенное время учились и обучались, и сейчас обучаются в университете. Выпускники нынешнего университета морского и речного флота всегда востребованы на судоремонте. У нас же кроме того, что мы выполняем ремонт морских и речных судов, у нас еще находится в эксплуатации 3 своих плавучих дока, которые тоже требуют и специалистов, и электромехаников, механиков, и мотористов. Поэтому у нас востребованность в кадрах университета всегда есть. Мы обеспечиваем безопасность мореплавания не только в Финском заливе, но и в порту Сабета, в южных портах Российской Федерации. Также наш многоубительный флот работает на юге России, в Финском заливе, в Калининграде. Все эти работы выполняют специалисты очень высокой квалификации. Первоначально они, конечно, проходят обучение и в высших морских учебных заведениях, в частности, в Университете морского и речного флота. Мы очень плотно работаем по подготовке практики курсантов и студентов этого университета. Это обеспечение плавательской практики курсантов «Новопарусники МИР», а также прохождение производственной практики. Это береговые работники, строители, гидротехники и финансово-экономический блок. Необходимо отметить, что те студенты и курсанты, которые приходят на практику, очень хорошо подготовлены теоретически. После окончания практики для них открыта дорога на наше предприятие, на должности как плавсостава, командной должности, так и на инженерной должности в наших структурных подразделениях. Приходя учиться в Университет морского и речного флота, выпускники школ и средних учебных заведений, вне всяких сомнений, делают правильный выбор. Здесь буквально кипит творческая и культурная жизнь. Здесь раскрываются таланты. По окончании учебы выпускников вуза ждет престижная работа, карьерный рост и романтика морских путешествий. Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Макарова – лучший вуз страны для будущих высококлассных специалистов водного транспорта. Вместе к успеху!